Здравствуйте. Мы сейчас находимся по адресу город Серов, ключевая 9. Нам пришло ответ 24 июня с жилинспекции о том, что, как сообщила им управляющая наша компания «Право и защита», в срок 31 июля этой управляющей компании будут проведены ремонты по работы по ремонту окон, подъезд, стен подъездов, крылец и кровли нашего дома по ключевой 9. Сейчас мы начнем. Скажи, Алиса, давай. Алиса, скажи, пожалуйста, какое сегодня число и сколько времени? Сегодня в Серове, среда, 4 августа 2021 года. Спасибо. Сегодня, 4 число, никаких работ не производилось. Сейчас мы вам покажем. Эти стены мы штукатурили сами. Об этом писал «Глобус», газета наша. Давайте спустимся и посмотрим. Это мы штукатурили сами. Сейчас спустимся в подвал. Посмотрим, как за... Еще написала нам. Спускаемся? Спускаемся. Так, нет, давай прочитаем. Что нам написала управляющая компания по информации в жилинспекцию, что специалистами управляющей компании организована работа по осушению подвального помещения путем установки тепловой пушки и приведения в соответствие продухов. Давайте посмотрим. Я спускаюсь первая. И видно? Видно цвет какой-нибудь? Так, у нас вообще темнота. Давай поставим, подожди, Маш. Подожди. О, я нашла. На, вот еще, чтобы получше. Так, тут видно? Я не знаю, как там будет видно. Ну, тут мусора. Ну, давай мы включим. Во. Вот так, так еще вот. Лучше? Так еще лучше. Так. Пошли. Я боюсь, конечно, но пошли. И я боюсь. Стой. Но без спецодежды. Можно мы нынче без спецодежды. Крыс не видать, мусора много. Так. Так. Маша, осторожно, наша паутина. Где? Вот она. Вот и щитовой щиток электрический. Зашибись. В подвале, в подвальном помещении, где должно быть свет. Вот он. Давай дальше. Так, сняла. Аккуратно. Сняла? Да. А я подожди вот это, чтобы их не, ларочек наших не поймать. Проверю. Так, Маша, заходи. Тут капает с трубы какой-то фигней. Так, куда светим? Туда? Сюда? Туда идем. Туда идем? Туда идем. Лен, идем туда. Маш, я боюсь. Так. Я боюсь. Маша, тут просто, вот тут. Посмотри, что жесть. Это, ой, Маша, там что творится? А, ты посмотри, куда льется. Смотри, откуда льется, я понять не могу. Угу. Смотри, смотри. Тихо, это я. Смотри. Это же Маша. Это все в говне. Это все. Тут не видно. Тут не видно. Подожди, вот так. Это все в говне. Все в паутине. Какой паутины? Вон, смотри. Фу, Машка. Что, сюда шагаем? Раз. Два. Идем сюда. Где высушен подвал? В каком? Подожди, давай. Давай, ты первая? Ага, Маш, мы тут не пройдем вдвоем. Тут тут мы просто провалимся. Вообще не видно, плохо видно очень. Состояние ужасное, какое было на 19-й, стало еще хуже, потому что оно затоплено. И если послушать... Ну-ка, дайте. Давай замолчим и послушаем, как льется вода. Сейчас кто-то смывал. Ну, слышно же, капает. Да. А погоди. Да, Маш, ты там не пройдешь, она провалится. Ты посмотри, сколько здесь. Подожди. Маш. Ты не пройдешь.
видно вот видео. Вот я видно? Стучу по доске, а там плещется все внизу. Там вот как все было. Все открыто. Вот из этой дырочки как все лилось. Видно? Все видно. Ничего не поменялось. Никакие продухи не отремонтированы. Как предоставлено? Все в мусоре. Абсолютно. Мало того, что в мусоре, так все в воде. И в воде, и в мусоре. Никаких тепловых пушек. А как они писали. Дальше. Ну все в паутине, вообще страшно. Пойдем дальше. Маша, а может мы выйдем или не выйдем мы через туда? Я не знаю. Чтобы нам выйти через окно. Я не знаю. Они же должны достать. Были. О, это все в фекалиях. Как сказать-то? Тут все. О! Наш стояк полился. Ну, наш он целый. Целый. Наш целый стояк. Наш целый. Мы вот здесь не пройдем, Маш. Мы здесь просто не пройдем. Там не пройти, потому что там не застелено ничего. Тут даже не видно. По видео-то не видно. Пойдем через окно. Вообще пройдем. Не видно. Пойдем через окно. Да нет, я думаю, Лена, я не пойду. Мне уже очень страшно. Нет, через окно. Смотрите, он капает все. Через видите? Окно пройдем, покажем, что там. Можно. Вот труба сырая. С нее капает вода. И она скоро лопнет. Как лопнет? Смотри, ржавчина. А это какая вода? Какая ржавчина, вода? Вот она вся. Вода холодная. Холодная? Маша, это... верхняя, потрогай верхнюю какую? Там горячая. Тут это холодная. Так она вся, конечно, сгнила уже. Не, Лен, я туда не пойду. Все. Нет, а нам еще крышу, они так, же там подождите. Говорили за крышу. Пойдем крышу там покажем. Вот крыльцо одного подъезда, второго. Как жители смогли так его как сами? Как сделали жители, опять же. Немножко его отремонтировали. Сейчас мы вам покажем. Духовое окно или какое оно? Смотровое, как оно у них? А, как оно? Сейчас вот мы... это... Продух. Продух, продух. Одно. Одно, продух закрыт, второе просто... Второе там вот дверью закрыто. Дверью. Пойдемте посмотрим. Нас фоткай! Привет, мамочка! Фоткай нас! Вот это второе. Здесь можно залезти? Я, блин, не хочу уже. Ну так здесь уже... Давай вот так вот. А так видно? Видно все. Смотри. А каналию, ту, которую они у Танчевых тоже чистили? Течет она, нет? Пойдем посмотрим. Лена. Ну, Машечка, что? Ну, давай, давай, давай. Давай вот так. Подожди, давай, я на паузу. Зашли. Мы Вот мы зашли. Подвал. С другого окна. А, вот здесь вот можно посмотреть, кстати, здесь пройти можно. Вот мы здесь не прошли с того края. Ё-моё. Так, ну там у нас тупик, там идет тупик. Ну здесь тоже самое. Нет, здесь просто рушится. Здесь вот сырости рушится. Нету воды, но влага вот эта вся, она есть. Рушатся стены. Тут воды нету. Ну, нету тут воды. Батареи вот. Ой, водоснабжение в нашем доме. Дальше там, ну, страшненькие, там даже раньше никогда не была, я не знаю, что там. И я не хочу дальше идти. Пойдем сюда. Посмотрим. Вот так вот содержит у нас управляющая компания наш дом. Отчитывается. А за которую берет содержание жилья. Ну, да. В очень больших тут суммах. Тут вот. Сыро, тут течет, тут что-то протекает, скорее всего, наверное. Тут сыро что-то. Чересчур, да? А, Маша, смотри, капает. С потолка. Откуда? С потолка. Ну там не. Там какая-то труба обрезана. Смотри, просто. Ага. Просто. Видишь? Во. А, это вот. Тот подъезд, это получается тот подъезд, Маша. Да. Да. Все, вот капает вот подвал. У них тут, да, капает подвал. И тут все сыро, смотри. Тут у них вот было, ну, сейчас заделали, Маша. Так, угу. Кнопкой. Все закрыто. Ну, молодцы какие. Тут молодцы, а тут все равно что-то капает.
Смотри, все по потолку. Все, 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 ага. Так, у меня что-то расстроился. У тебя видно, фокус. Плохо? Вот фокус. Во. Видно капли? Капли. Же? Видно их, конечно. Это тот подъезд. А туда а Маша правее. Почему почему-то правее, что-то? Правее. Вон по щели, видишь, это вот как они да. Шли. Обалдеть. Все. А у них там, почему так-то? Что у них там такое? Ну, это надо узнавать у управляющей компании, наверное, которая должна произвести ну, проверку. Ладно, хоть здесь закрыли. Вот второе крыльцо первого подъезда. Содержание жилья точно так же здесь не обслуживается. Состояние дверей на зиму такое же останется. Крылечко покажи с дырочками. Я крылечко пойдем покажем, как жители точно так же сами заштукатурили. Пойдем. Сами жильцы этого подъезда. А, здесь мы подвал, Маша. Здесь я не знаю. Давай посмотрим. Здесь мы. Ты вообще давным-давно здесь с ним. О, здесь-то вообще, наверное, вот, посмотрите. Предписание, там вообще наверное, не пройти. Пожалка должна делать. Тут вообще захламлен вход в подвал. Ну, я могу пониже спуститься, Маша. Какими там этими коврами. Тебе видно? Вот так вот я могу. Здесь просто вообще хлам. Там просто. Дальше-то еще хламлее. Газики какие-то. Ковры, матрасы, пакеты какие-то, подушки. Ну, не надо говорить, что только это жители захламлили. Да, мы понимаем, но мы не одни здесь. Жители с ней вдвоем, конкретно с Машей. Это не наш подъезд. Так, ну вот здесь вот как это все было. Вот жители как смогли большую дырку, вот дыру, как отверстие закидали. А вот здесь-то было гораздо больше. Сырость опять со второго этажа. Смотри, у них как. Здесь вот тоже стена рушилась. Жители как могли, так и заштукатурили. А пойдем там щиток посмотрим, электрический же пойдем. У нас единственный на весь дом. Сейчас поднимемся на третий этаж. В общем, тут управляющей компании вообще содержание жилья. Что вообще входит конкретно в содержание жилья? Нам вот бы это хотелось все. Знать. Смотрите, висит замок. Замок. Давай, Лена, открой. Маша, даже я со своим ростом 1,52 м достаю. Все открыто, пожалуйста. Свободно. Ну, на носочках? Ну, мне не хватает слова. Все в открытом доступе. Доступи. Разве такое доступно? Закрываем. Также все открыто. Чердачное помещение. Проводка у нас закрыта. У нас закрыта. Это мы закрыли. Да. Со стороны чердака. Сейчас покажем вам крышу. Вот крыша. Мы там отошли очень далеко, чтобы вам снять. Торец. Там еще можно. И вот видно, не знаю. Вентиляционные, что они просвечивают и осыпаются. Крышу тоже никто не ремонтировал. Никак. Ни капитально, ни текущий ремонт. Вот он наш дом.